Не для всех 1 сентября – это праздник. Ученики 41-й школы, которые на День знаний получили в подарок автозаправку рядом со своим образовательным учреждением, не совсем рады новому учебному году. Не нужна нам заправка. Мы хотим детскую площадку. Мы не хотим нормально. У меня здесь сестренка маленькая есть. Тут детский садик здесь ходит. А тут она должна дышать этим бензином? Детская площадка нужна. Нам нужна детская площадка. У нас есть право на это. Родители учеников всячески пытаются препятствовать строительству заправки. Обращаются во все известные им инстанции. Пишут чиновникам в Твиттере. В ответ на свои жалобы получают, по их мнению, отписки. Эффекта пока никакого. Перекидывают друг на друга твиты. Так что пока никакого эффекта мы не добились в данной ситуации. Единственным ответом было то, что все законно, все разрешения есть. Но мы в этом очень сомневаемся, так как мы прекрасно все знаем противопожарные нормы, санитарные нормы и то, что дети мимо АЗС не должны ходить. В День знаний родители школьников решили провести свою линейку злополучной автозаправки. С собой прихватили воздушные шары, чтобы украсить ими уродливый забор будущей станции, а заодно и попытаться через них выразить общее отношение к строительству опасного объекта рядом со школой. Мы хотим видеть на этой территории детский городок, площадку, потому что в нашем районе ничего, детям негде ни заниматься, ни спортом, ни гулять, ни развлекаться. Молодежь, как правило, сидит по подъездам, пьет пиво. Больше заняться просто чисто физически нечем. К сожалению, при помощи воздушных шаров эту недетскую проблему не решить. Но родители школьников уверяют, не успокоятся, пока не добьются сноса АЗС. Ведь если сидеть сложа руки, еще одна заправка может запросто появиться прямо в школьном дворе. Мы не хотим заправку! Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.